Ну какая Кайли Минок может быть, когда у нас здесь три красавца уже расположились? Группа Туса в эфире телерадиоканала «Страна ФМ», а именно Илья, Юра и Моисей. Доброе утро, ребята! Доброе утро. Спасибо, что пришли, да. Ну что, сразу, наверное, вопросы можно присылать нам, да, если есть к ребятам вопросы. Плюс 7-909-928-1-89-9. Это WhatsApp, Viber, он же номер для ваших смс-сообщений. Группа ВКонтакте, как всегда, традиционно мы прикрепили пост, посвященный сегодняшнему эфиру. Он вверху, его легко найти. И там вот большая картинка, мы в вас верим, Туса, ну, собственно, по одноименному названию песни. Правильно? Абсолютно верно. Ну, давайте сначала с этой песни и начнем. Как пришла... Ну, понятно, что информационный повод так предполагал, но тем не менее, почему вы втроем решили записать эту песню? Краткая предыстория. Нас всех, скажем так, вот Илью, Моисея, меня пригласил в этот проект Ираклий Перцхалава. Mm-hmm. Он является идейным вдохновителем всей этой истории. Он и является, скажем так, продюсером всей этой истории. Да? В хорошем смысле этого слова, да. Ну, то есть, по большому счету, здесь нет неравнодушных, как вы правильно сказали. Он предложил, так как он с нами дружит, общается и работает по ряду каких-то проектов других, сказал, давайте сделаем, просто соберемся, назовем это Туса. Почему Туса? Потому что, скажем так, в этом треке конкретном это основной состав, да, но группа Туса, она подразумевает это как некая коллаборация большая многих людей, то есть... Типа того, да. То есть не очень сравнение. В хорошем смысле этого слова. Ну там просто тоже люди постоянно меняют. Твоя задача сегодня, главное, говорить просто в хорошем смысле этого слова. Можно мне давать сигнал, когда говорить, пожалуйста? Вот так вот делать. Поэтому, да, то есть, допустим, следующая композиция, она может выйти, допустим, не в этом составе, да, а еще кто-то будет привлечен. Ну, вполне вероятно. В хорошем смысле этого слова. Не, ну слушайте, не может же быть, что следующий состав вас там не будет вообще. Кто-то вполне же может, вполне может быть, вообще что кто-то один, конечно, будет. Может вообще никого не будет, понимаете? Это либо такой, будет один перцхалава. Он точно будет. Он точно будет. Мы же говорим, он продюсер в хорошем смысле этого слова. Он точно будет. Он точно будет это продюсировать, как минимум, да. То есть, ну, нет, на самом деле это все смех, но смехом, да, но это вот подразумевает в себе вот большое объединение музыкальных, талантливых, молодых, перспективных ребят, девчат, людей, да, скажем так, музыкальных, не очень музыкальных. То есть вот все, что угодно может происходить вот в этом, скажем так, сообществе, в этой коллаборации Туса может происходить все, что угодно. Будет очень много сюрпризов, очень много идей. И то, что мы вот втроем сделали первый такой вот трек, заявочку такую, это вот состоялось, это круто. Но что будет дальше, это будет сюрприз. Ну, смотрите, ваш трек, он зашел под футбол, что называется, да? В самый огонь. Вот в самый разгар чемпионата мира. Это же не, это говорит о том, что все следующие треки, которые будут, они будут, ну, там, не футбольные, но спортивные, во всяком случае. Или тут границ нет никаких? Абсолютно совершенно нет никаких границ. Это как раз наоборот будет, мне кажется, разноплановый материал. То есть это будет... Обязательно это будет и спортивный материал, и у нас уже есть, скажем так, демо, которое мы готовим. Так, а вот о том, что есть, о том, что готовится, о том, что совсем скоро выйдет, мы поговорим в течение всего эфира. А сейчас нужно на песню прерваться. Да, у нас в гостях группа Туса, и мы продолжим наш разговор совсем скоро. Прямо сейчас у нас в музыкальной программе телерадиоканала «Страна ФМ» Алсу. Не молчи, не молчи. Ну, в хорошем смысле этого слова. Да, именно. Друзья, доброе утро, будьте здесь, скоро к вам вернемся. Молчать не будем ни в коем случае, тем более, что беседа завязалась более чем очаровательная. Слова я подбираю с трудом, зато эмоции меня переполняют. И еще, вы знаете, Владислав на меня так косо посмотрел, что в начале часа я его забыла представить. Владислав Кутузов! Валерий Майдов, это не главное. Спасибо, главное, что у нас в гостях сегодня, ребята, из группы Туса. И мы все ближе к клипе. Ну, кстати, это не пример, он у нас крутится. Подожди, уже можно довольно не про клип? Я, знаешь, мне понравилось то, что именно Туса будете меняться. Знаете, как можно? Вот сейчас вот чемпионат мира по футболу, и все там обещания какие-то давали из разряда «я постригусь на лысо», «я там обвенчаюсь кенгуру», хотя, господи, на, набью татуировку на лице. Да. А вы тоже можете что-то пообещать, что если случится то-то, группа Туса сделает вот это, а потом раз... Вы знаете, мы сняли клип в поддержку нашей сборной, уже многое что случилось, с нас хватит. Хватит, да? Но я имел в виду наоборот, не вы, а будет кто-то отдуваться, кто после. Слушайте, ну тем более уже ничего не произойдет с нашей сборной. Уже все произошло. Уже все произошло, да. А мне кажется, наоборот, вот сейчас самое интересное с нашей сборной.
сборной происходит, что они осознают, насколько сильно мы их любим и насколько сильно мы ими гордимся. И я просто очень плакала в ночь с субботы на воскресенье, это несмотря на то, что я вообще не болельщица. Не, просто... не только вы плакали. Да. Блин, я хотел сказать, не надо рассказывать о своих истериках, а вы испортим. Здесь все сентиментальные. Слушайте, давайте пару слов о футболе, потому что интересно, и тем более актуально. Да как вы считаете, все-таки мы да или мы нет? Мы да. Определенно да, определенно да. За все время такого не было, мне кажется. Я думаю, вот грядущий чемпионат Европы будет очень показательным через 2 года. И знаете, можно сказать, что касаемо футбола, особо команда не скажет, что она поменялась технически или тактически. Да, вот, по крайней мере, со стороны кажется, что появился дух. Вот духа не хватало. И именно на этом духе, мне кажется, и четвертьфинал, и 1/8 финала были так сыграны. Потому что дух в футболе очень важен. И то, как играет команда все, как единый организм, именно это определяет, в итоге побеждает команда или нет. Потому мы видели на примере других топовых футболистов в мире, как они уехали домой, потому что командного духа его как такового не было. Ну, потому что куча команд, у которых играет один игрок практически, а все остальные работают на него. Это вы про Месси? И Месси, сейчас? И Роналду, и Салах хвалёный. Они это не скрывают. Сколько мы боялись Египта, да, и чего? Ничего не получилось. И дело в том, что ответственность всегда на этом одном человеке. Вы же понимаете, что если все получилось, получилось у него. Если не получилось, все вопросы к нему. А здесь как бы все вопросы были бы к команде. В любом случае никого бы отдельно не выделяли. Слушайте, классно мы поговорили о клипе, конечно. Ну, мы сейчас посмотрим и поговорим еще о клипе. Давайте пару слов. У нас 30 секунд. Как возникла идея? А, у нас еще 2 минуты есть. Да, отлично. Вот теперь о клипе. Как вообще, в чью голову пришла идея? Это Ираклий все-таки инициировал? Ну, он же самый, что ни на есть у нас и фанат, и чемпион. Он же играл в сборной артистов. И они становились чемпионами. Они вот в этом году они заняли 2-е место. Но он такой, да, то есть он же играл в Локомотиве, там в детстве, в юношестве, да. И поэтому он, естественно, прям болеет за всю эту тему, за всю эту историю. То есть он прям, мне кажется, 2 года уже я слышал от него, что надо сделать. Еще вот пару лет назад мы уже начали, скажем так, вынашивать в голове весь этот план. И вот, наконец-то, разродились к чемпионату прямо буквально там за месяц. Вот. А кто конкретно разродился? Чья музыка, чьи слова? Музыку сочинил Ракли, придумал совместно с музыкантом Иваном Брагиным. Большой привет, Ваня, да. Большой привет, да, нашему другу, брату. А текст и припев он придумал Иракли, вот, а текст писали мы. Каждый вот, сам Илья, себе. Да. Каждый сам себе, каждый свою частичку. Каждый свой куплет написал сам, да, и мы вот таким образом сколлаборировались в целых три куплета. Ну, то есть настоящее коллективное творчество, да? Конечно, а вот одного выделить сложно. Хотя инициатором был тот самый человек. Было смешно, я написал куплет первым, мы не показали его Моисея, он написал куплет, у него там совпали слова со мной, пересеклись с Ильей, да, то есть у нас много было таких вот фраз, в рэпе это называют панчи, да, когда ты пишешь какую-то такую цеплялку определенную, и у нас практически у всех они совпадали, то есть нам приходилось еще конструировать. Да, в итоге мы Моисея отправили переделывать. Да, сказали, так как ты последний зашел. Моисей за ночь сел, все отписал и позвонил Юре. Самый быстрый оказался. Самый быстрый, ну да, мне, кстати, да, самым последним мы прислали весь материал, и вот я сказали, что нужно было вчера, поэтому быстро пришлось писать. Да, и поэтому давай делай, я быстренько написал. Моисей традиционно сказал, я напишу самый крутой куплет, в хорошем смысле этого слова, и, собственно, сделал. Спасибо большое. Не очень приятно. Так, друзья, совсем скоро у нас будет песня, но сначала реклама на 15 минут, потому что много... Да, потом здесь, на стороне FM Туз и песни «Мы вас верим», дождитесь, друзья. Мы идем побеждать, миллионы фанатов, игре с головы до пя. Бросили вызов сами себе, в футболе болеем за наших ребят. Спровоцируйте нас, мы едины сейчас. Зарядите своей энергетикой матч. Все внимание на мяч, это мощный тандем. Мы сильны уже тем, что играем за имя великой страны. Всем послушай меня. Захватывает дух.
выбора нету, только победа за вами всей страной. Мы в атаке голевой, ваш 12-й волейбой. Роздана важная роль, кто на поле играл. Отстоять за свои ворота на ноль. Оглянись вокруг у всех. Здесь одна мечта, успех. Мы хотим, чтоб после матча всюду были крик и смех. Взлетает наш триколор, его вам уже не достать. Арена битком, трибуны ревут, мы всей командой идем побеждать. Биополе в футболе зависит от веры людей, кто стоит за тобой. Удачи в бою, мы верим в команду, верим в мечту целой страной. Поздравляем вас еще раз. Вот я скажу, что это премьера, потому что, спасибо. Несмотря на то, что уже крутился этот клип, вы его сейчас официально презентовали, да. Так что прям спасибо все большое. Теперь по-взрослому. Друзья, это я уже не к вам, это я уже к зрителям и слушателям. Вы можете заказывать эту песню в программе по заявкам с часу до двух, да? Да, и с 8 до 9, да? Слушайте, я хотела сказать, что я сейчас, когда слушала эту песню, она какая-то такая очень патриотичная, дух подым, мне сразу вспомнила плачущего Дзюбу. Вот сразу, прямо слезы навернулись на глаза. И вот то, что он говорил, нам просто хотелось, чтобы вы в нас поверили. Ребята, команда, мы в вас верим, и мы знаем, что вы нас еще неоднократно удивите. А мне кажется, нужно сейчас вот Ираклию привет передать. Ираклия, передаем тебе привет. Как раз мы знаем, что ты нас слышишь. Мы это точно знаем, потому что мы думали, что ты уже летишь, но ты не летишь. Летишь еще. Ну, по каким Барселону причинам. Да. Да. Ну вот, в общем-то, да, привет. Привет огромный. Надеюсь, спасибо, что ты с нами на волнах радио «Страна ФМ». Я надеюсь, что в следующий раз вчетвером придешь. Слушайте, ребят, ну вот в клипе мы же видели там много известных людей. Ираклий, конечно же, да? Без него никак не могло обойтись. Да. Вика Лопарева. Вика Лопарева, да. Тяжело было всех собрать вообще? Или снимали по-разному? Или все вместе происходило как? Нет, снимали по-разному. Снимали в районе, да, снимали на разных стадионах. Откроем секрет, там и стадион «Спартак», там и стадион «Локомотив». И огромная благодарность всем директорам, которые позволили снимать на стадионах. Да, закрывали эти стадионы для нас специально, то есть и открывали, закрывали, включали там свет, то есть полностью подготовили для съемок целых два стадиона, они уже были режимными объектами и долго приходилось согласовывать, но вот слава богу все складывалось, и Вика помогала, Лопырева тоже в организации, так как она является амбассадором и послом FIFA от России, и в общем-то и футболисты, которые очень быстро, оперативно согласились сняться, и Габулов, Владимир, и Юра Жирков, и Саша Ташаев, тоже, который сейчас подписал контракт со «Спартаком», и вот мы будем за него теперь болеть и верить, что он однозначно будет играть в нашей сборной в будущем, потому что он уже был вызван в эту сборную, к сожалению, не играл в составе, но уже, скажем так, на него пал взгляд нашего тренера главного. Поэтому... Ну, через два года на Европе точно, я думаю. Я думаю, что однозначно, да. Он уже прям такой, да, прям наша будущая звезда 100%. Слушайте, ну получился бодрейший трек, мне кажется, такой один из гимнов настоящего. Ну, надеемся, да, быстро набрали. Не только чемпионата 2018, а вообще футбол нашего российского. Футбола, да, мы старались. Который, как выяснилось, все-таки есть, несмотря на разные мнения. Он реально существует, он очень хорош, правда же? Слушайте, расскажите, пожалуйста, поскольку это ваш первый трек вот совместный, да, вот в таком
таком составе. По отдельности вы чем занимаетесь каждый? О, ребята, это очень увлекательная история, Юрий. Илья. Давайте с Ильи начнем. Помимо, да, своего творчества, которое там, наверное, порядка 10 лет уже в разных проектах, сольных и разных, и вот если за себя говорить, я являюсь сонграйтером для разных артистов, многих из них я не могу называть, так как есть издержки профессии, вот. Договоренности, да, издержки, вот. Ну, там разные песни пишем, вот совместно с Текилой как раз тоже еще один трек в поддержку, можно сказать, нашей команды после победы над испанцами. Саня набил татуировку себе. Вот он, это правда? Да, он это сделал? Мы писали песню, за 3 часа мы написали песню, и за сутки он снял клип, и правда, я как раз участвовал в татуировке. Подожди, это реальная татуировка? Татуировку он сделал на губе. На губе, под губой. Не на щеке, да. А под губой, да. В итоге реально все. Пришел, говорит, ну, конечно, я на лице я делать не буду, я же как бы, мне же надо как-то жить потом с этим, вот. Но я и не могу, я сказал, поэтому я вот... А что-нибудь там Игорь написано? Нет, Игорь, Россия, нет, Россия. Только Россия, да. А, я просто думала, что он Игорь написал на лице, думаю, ну как вот. Слушайте, а у вас что происходит? Тоже на губой. Пока показывайте ваши татуировки, да. Также Илья написал, Ираклий об этом говорил у вас в эфире, как раз когда приходил к вам, вот, и «Не плачь, как девчонка», это тоже, да, тоже Илья, песня. Который... Обязательно заказывайте, дорогие радиослушатели. Обязательно твоя песня, да. Замечательная. Тоже Илья, да, ну... Огромное количество артистов, и у меня тоже самое, и у меня с Ираклием очень такой долгий, длительный рабочий, скажем так, период, с которым мы с ним сотрудничаем, работаем. Также у меня есть свой проект «Юрий Стрелкин», который так и называется, он более, скажем так, серьезный, взрослый, патриотический. Юра прибедняется, золотой граммофон у него есть за песню. Тоже было, да, дело с как раз вот с Ираклием, Дашей Суворовой, я участвовал в написании слов для песни, и сейчас прекрасный клип с Виталиком Гагунским, как мне кажется, у вас тоже ротируется. «Дальние дали» называется, поэтому, пользуясь случаем, и Виталику привет огромный. Ну, в общем-то, вот как бы вот так вот, да. И Моисей тоже. Моисей. Я работаю в коллективе у замечательного рэп-музыканта СТ. Я передаю привет всей нашей творческой группе. Я выступаю, работаю с замечательным диджеем, с Леонидом Руденко. И я езжу с огромным количеством диджеев по стране, являюсь самым гастролирующим MC в этом регионе и в этом пласте, так сказать. Так что меня можно увидеть на любых площадках в этой стране с микрофоном. Я делаю свое дело уже очень давно и только вперед. Творческий багаж более чем, да, мягко говоря. Ну что, друзья, у нас в гостях группа Тусы. Мы продолжим и вернемся к вам через несколько минут. Будьте здесь. Ох, я когда смотрю на Ирину Дубцову, все время вспоминаю то количество проектов, фантастическое количество проектов, где она участвовала, перевоплощения вот эти все постоянные. И сейчас вспомнила, что на одном канале, не будем его называть, появился проект, где рэперов оценивают. То есть они приходят, что-то там читают, и жюри говорит, вот ты крут, а ты иди, откуда ты пришел. Как вы считаете, можно ли вообще вот как-то так рэпера сходу оценить? Конечно. Можно оценить сходу, но самое главное, кто оценивает. Это очень важно, да? Потому там что... вроде серьезные такие люди сидят. Вот об этом и речь, что если оценивают серьезные люди, то это, наверное, да. Это можно делать. И, в принципе, ну, как бы жизнь такова, да, мы оцениваем друг друга так или иначе постоянно. Вот. А когда это бывают проекты, где, ну, не совсем, скажем так, люди компетентные и оценивают это с какой-то позиции, ну... Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Это, наверное, ну, как бы вот не совсем профессионально даже. Потому что рэп-музыка — это огромный и такой большой достаточно пласт. И это уже стало целое носить культуру какую-то, да, характер культуры. Для человека, который не погружен в тему, допустим, вокалист поет, там надо, чтобы в ноты попадал, какая-то харизма, душевность, а у рэпера на что обращать внимание? Месседж, панчлайн, ритмика, то есть очень много умение всего. Попадать в бит. Умение попадать в бит. То есть как ты... Хотя бы без метронома. Ну, вообще, в принципе, да, много достаточно факторов должно складываться. И сейчас, вот, ну, в нынешнее время, прежде всего, наверное, если вот обобщить, да, одним словом назвать, стиль. Потому что сейчас заходит не песня какая-то вообще в индустрии, а стиль. То есть все артисты, которые сейчас как-то где-то на хайпе, да, и о чем-то
кого-то собирают, о чем-то могу сказать, это люди, которые зашли со своим стилем, не с конкретной песней. То есть, если раньше, да, был хит, и человек там поехал на гастроли там на 10 лет вперед, то сейчас так не работает. Сейчас в любом случае хит — это песня там 2-3 недель, месяца, там пары месяцев, все остальное как бы только стиль. Слушайте, поэтому... а вот стиль вы имеете в виду, это когда вот слова такие «Медуза», вот это вот. Это стиль, вот, да. Это стиль. Это стиль. Да, именно вот такие оно фишки. Оно выдержано, то есть, в одном стиле. Если вы послушаете композиции другие этого же исполнителя, у него, в принципе, все выдержано в одном стиле. Да, то есть это не «Медуза» зашла, это зашел, это стиль, зашел стиль и образ. И так в каждом, сделано. Абсолютно в каждом рэп-коллективе на сегодняшний момент известно. Вот. Слушай, любого. Ну поскольку мы говорили о рэпе, как вы... Вот у меня такое ощущение, что сейчас уже это вошло... Ну, не будем брать там поп-рэп, скажем, да? Ну, понимаете, о чем я говорю. Да, да, да. Чем жестче, тем вот круче. Есть вот предел у этой жесткости? Ну, понимаете, да? Куча да. ненормативы и так далее. Все и прочее, очень просто. Да? Это ветер дует с запада. Ну, то есть этот ветер на трэш, да, на некую вот такую вот историю, это все равно как бы не наша история сугубо русская. Это мы преемничаем в этом плане, потому что на Западе принято говорить сейчас об этом, быть открытым там максимально, то есть там, выражая какие-то вещи. Ну и, конечно, от многих это звучит не до конца органично в нашей стране, потому что у нас немножко другая ментальность, и нам бы, наверное, о другом говорить, но пока есть тренд, я думаю, это какое-то время еще продлится. А люди потом будут об этом. Потом будет высоким другая музыка. Высоким стилем, ну, смотри, будете ментальность шпарить. Не наша, а просмотры на Ютубе говорят о другом. Да, ну потому что есть большой пласт аудитории, который пока не разбирается, не понимает, и он как бы куда и вот... И молодежь, она очень активна. Ну типа запретный плод, вот этого не было, конечно, это вывалилось, конечно, все, конечно, да, и, конечно, да, это да, можно запить. Я вот Владислав рассказывал, что я уже, наверное, не молодежь, потому что я одного исполнителя послушала с его там песни, где он там лисички собирает, и я пришла и говорю, я в шоке. Я в шоке, потому что я не пойму, про что... Ну, то есть я понимаю, про что он поет, и я от этого еще больше в шоке. Валерий, я представляю, что бы с вами случилось, если бы вы услышали песню про бургер. А вы еще про гречку мне расскажите. А вы осведомлены, да, все здесь? Я нет, Владислав осведомлен. Он мне просто некоторые говорит ники, названия, после которых я хожу. Слушайте, у нас огромное количество всяких тем. Давайте поговорим чуть-чуть попозже еще о творчестве вообще. А обо всем, друзья, у нас в гостях группа Тусы. Через несколько минут к вам вернемся. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Доброе утро. Ох, ребята, а вот за эфиром тоже такая интересная тема у нас сейчас. Вот про рэп, про рэп, про то, что на территории нашей страны он совершенно по-разному воспринимается, но я думаю, что мы не будем прям так вот все пересказывать, что говорили за эфиром, но тем не менее, вот то, что рэп в Москве и рэп в Санкт-Петербурге воспринимается иначе, чем рэп в Сибири, это так? Не рэп, а рэперы скорее воспринимаются. То есть есть рэперы, которые такие более... условно говоря, лайтовые, которые поют про любовь, там про какие-то такие вещи. Вот. Есть рэперы, которые, ну, жестко прям там наркотики, деньги, женщины и так далее. И вот, соответственно, есть музыка более депрессивного характера, да, и есть регионы, которые находятся в более депрессивном состоянии. Это очень сильно связано между собой. Те артисты, которые поют депрессивную музыку, очень хорошо заходят в регионах, там, где, например, нет солнца, где холодно. Город, да? Омск, например. Замечательный город Омск. Город замечательный, но ничего не имею. Он считается одним из самых таких, где и наоборот, да, то есть если, например, там это Питер, да, то там наоборот ребята заходят больше, которые на позитиве, о каком-то таком вот позитивном настроении. Казалось бы, Питер, там же 50 оттенков серого в Питере. Слушайте, а Москва вообще в этом плане позитивный все, город? Там все заходит. Но восприимчиво. В Москве все заходит. А знаете почему? Очень, у каждого артиста есть публика в Москве. А потому что все здесь. Да? Да, потому что очень много. Потому что, условно говоря, с Омска, с Краснодара, ну, да, и прочее, да, да, прочее. Да. То есть везде как бы есть у каждого артиста своя такая именно нишевая. Мне кажется, публика. Артисты, которые не собирают даже в других городах, в Москве все равно собирают. Да. Слушайте, вот по поводу именно нишевой публики, так интересно, получается, что рэп-культура, она вроде бы одна, а получается, что совершенно разная. У молодых людей это одни исполнители, а вот, например, Баста, Каста, да, это уже взрослая аудитория, совершенно взрослая. Конечно, конечно, да. Конечно. Сама ответила и люди не будут, скорее всего... слушать там двух этих исполнителей параллельно, потому что, ну, и возраст разный, и там... И желание, восприятие, да, и восприятие, соответственно, правильно. Да. Слушайте, ну давайте чуть-чуть вот о других, мы о вас тоже будем говорить, естественно, все-таки интересная тема. Вот, давайте не будем говорить о плохих персонажах, о том, кто вам не нравится. Ну, там понятно как бы, да, примерно. Вот кто реально для вас, ну, прямо фигура такая, на которую, ну, не то чтобы равняться, ну... Кого в Тусу возьмете? Авторитет, может быть, для вас. Кто реально крутой вот на нашей сцене группа, сейчас? Группа Туса и вообще проект Туса, он... Не имеет авторитета. Не имеет аналогов. Нет, я хотел сказать о другом, что группа Туса и проект Туса вообще, в принципе, открыт, да, и вот все, кто нас сейчас слышит или, может быть, услышат после, увидят, должны четко понимать, что наши, как говорится, двери открыты, да, и, в принципе, можно прийти, поучаствовать, заколлаборироваться, и мы дружим с многими рэперами, общаемся и делаем песни с ними по отдельности, да, то есть не вне проекта
проекта «Туса». Вот. А кто уважаем? Ну, у каждого свой, наверное, да, есть герой какой-то. Я не могу сказать, что я прям сильно как-то сижу на русской музыке, но, безусловно, Баста, конечно же, как музыкантище, как и мне он близок по своему содержанию, то, что он несет, и мы, наверное, с ним являемся, скажем так, вот южными представителями. Я сам и, там, из города Воронеж, да, из области, и как бы это близко к Ростову, у нас свой какой-то ментал определенный, есть какие-то понятия жизненные, поэтому вот, наверное, из лидеров, кто сейчас есть, для меня, да, это Вася. Ну, если говорить про глубину, то для меня, наверное, это Лок-Дог. Или Александр Жвакин, как его сейчас называют, потому что глубина там точно есть. А мы если в хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле, если про глубину написания текстов, это, конечно же, Фьюз группы Крэк. Тоже, с, да, первого, с первого альбома и до конца. Ну, это с Рички, давай молоденького кого-нибудь. Ты помолодец. Я вот как Юра, например, не очень сильно слушаю музыку русскоязычную. Новую. Ну, давайте вспомним быстро. Ну, давайте вспомним. Ребят, давайте пока вспоминать. У нас небольшой перерыв сейчас. И через 3 минуточки вернемся и продолжим наш разговор. Тебя не остановить, Владислав. Слушайте, я первый раз такое явление вижу. Обычно, знаете, я говорю, а Владислав вот как бы он благородно молчит и смотрит на меня искоса. А сейчас вот вне эфира Владислав оказывается за рэпчик. Прям может зачитать. Не в вашей жизни были те времена, когда я молчал. Топит за рэпчик. Мы топим за рэп с ребятами. У нас в гостях группа ТОС. Ребят, еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы так что-то вот в хорошем смысле размазать по всяким темам. Этим утром только хороший смысл. Смотрите, вы сказали, что любой исполнитель, кому было бы интересно поучаствовать в вашем проекте, в принципе, может это сделать. Это касается исключительно рэп-культуры? Нет, или, нет. Ну, такой хороший, крепкий там попсовик, назовем, да, это так тоже может предложить свою идею, сказать, ребят, что-то хочу с вами сделать очень крутое. Мы открыты ко всем ячейкам творческих личностей. Танцоры, диджеи, графичики, художники. Футболисты. Но это не значит, что мы, да, готовы делать это со всеми, естественно. Мы должны найти, ну, как бы что-то общее. Но я правильно понимаю, что не обязательно прям раскрутившиеся, известные, может быть, кто-то какой-то самородок из интернета. Абсолютно не важно, в этом-то все и дело. То есть в этом вот, опять же, да, если бы мы выпустили трек «Туса», и там бы не было Иракли, да, ну, может быть, это менее, скажем так, было бы успешнее, или, может быть, это сложнее бы заходило на рынок. Так как и следующий трек, да, Иракли может абсолютно спокойно, скажем так, обратиться кому-то, предложить любому артисту, и они могут сделать этот трек. То есть мы не ставим каких-то граней шаблонов, и как для известного артиста, который будет участвовать, к примеру, в следующем треке, не должно быть важно, кто в этом треке участвует. То есть молодой это какой-то артист неизвестный, или это будет супер какой-то известный, популярный рэпер, допустим, да, или там артист, да, какой-то, то есть какого-то жанра. Задача показать себя в любом случае, то, что ты можешь какую-то свою философию, независимо там от остальных. Слушайте, давайте говорить по поводу новых артистов. Сейчас время какое? Сейчас новому артисту легче зайти или сложнее, чем хотя бы... Время летит быстрее, чем хотя бы 3 года назад. Потому что, с одной стороны, есть интернет, YouTube, все дела, у тебя площадка открыта совершенно бесплатная, да, с другой стороны, ведь конкуренция, ну, бешеная просто. Да, но вот мы с Юрием занимаемся достаточно давно продвижением в интернете, у нас есть тоже своя компания, мы там сотрудничаем с разными артистами, и вот если резюмировать, можно сказать одно, что сейчас, если действительно человек талантливый, у него есть песня, да, он один из тысячи, но при этом вот буквально последний пример, человек выпускает свою песню, его выкладывают на YouTube-канале, на котором там 200 тысяч подписчиков, и все, и сейчас эта песня первая ВКонтакте, соответственно, у него там уже больше 50 тысяч добавлений, ему уже лейблы предлагают за эту песню достаточно большие деньги. Для человека в 19 лет это очень большие деньги. А про кого это мы говорим-то? Ну, есть... зайдите в ВКонтакте, посмотрите. Зайдите первое место сейчас, да, как бы. Вот это пример, один из тех примеров, когда человек это может сделать без денег. Вот, слушайте, короче, вот если к нам придут артисты хорошие и талантливые, и будут говорить, что-то у нас не получается, мы к вам будем отправлять. Или мы сказали, не может такого быть, раз у вас вы талантливые, а у вас не получается. Абсолютно, да, абсолютно разные есть ситуации, абсолютно разные есть... И наоборот, то же самое. Да, и наоборот, и бывают, заходят с огромными деньгами и ничего сделать не могут, потому что нельзя обмануть уже аудиторию. Все, аудитория, она настолько, мне кажется, уже понимает, что она хочет, как она это видит. И если ты действительно там что-то придумал новое, что-то интересное, что-то крутое, и неважно, есть у тебя деньги или нет, вот поверьте, можно... Слушайте, как у вас в голове все сейчас? Извини, пожалуйста, сейчас у нас перерыв вновь, друзья. Какой перерыв? Мы прощаемся, Владислав. Все уже? Час пролетел. Уже? Значит, вы обязаны прийти еще раз, понимаете? Мы не договорились. Огромное спасибо. Вам спасибо. Очень группа «Туса» была у нас сегодня в гостях. После эфира договорим еще. Спасибо, приходите. Спасибо. Всем хорошего дня. Пока, счастливо.